Планируем в 2021 году перейти к тому, чтобы сделать первый цифровой продукт. Мы выбрали область системного менеджмента, и там уже мы представим нашим потребителям не просто подборку, коллекцию стандартов, а единую такую инфраструктуру, единое информационное пространство, сформированное в виде соответствующей базы знаний. Национальный институт по стандартизации, в принципе, подошел вплотную к реализации проекта по переводу стандартов в машиночитаемый формат. Вот мы в этом году уже перешли в плоскость непосредственно практической, уже порядка нескольких десятков стандартов переведены в машиночитаемый формат. Мы сейчас пробуем разные стандарты, разные сложности, разные структуры, нарабатываем соответствующую практику и надеемся, что перейдем к такому промышленному переводу стандартов в машиночитаемый формат.